Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Может ли целомудренный Панамарь, девственник, жениться не девственница, девственница прошлом жившей блудной жизнью, но не бывшей замужей и не имевшей детей, но покаявшейся и воцерковившейся девушке? Ведь Панамарь когда-то, возможно, будет рукополагаться, а матушка должна быть целомудренной. Допустим ли такой союз? Разъясните, пожалуйста. Если Панамари действительно собирается рукополагаться, то он должен знать, что сам он должен быть целомудренным. И супруга его на Я вообще не имею статистики архиерейских рукоположений. Может быть, кто-то из архиереев, исходя из церковной экономии, снисходит к немощам ставленника или супруги ставленника и принимает решение рукоположения. Собственно, все церковные каноны, они подвижны, и в конечном итоге архиерей может принять то решение, которое на данном этапе для церкви полезно. Я сильно сомневаюсь, что то если вы придете в Московскую епархию и скажете вот у меня жена не могу ли руку положиться и вам кто-то скажет да конечно, слушай, ну да, нам священника не хватает, я вас уверяю, так не будет, поэтому лучше вот не лезть в церковь через черный ход вот. Ну, может быть, вот. да, я понимаю, что каноны есть, но, может быть, епископ проявляется нисхождение, я готов служить где-то там в Лабутнанге или еще дальше, где медведь, белых медведей больше, чем прихожан, ну, вот, лишь бы служить Господу Богу. Но все равно, же тебе будет от что по канонам ты служить не имеешь право сможешь ты с этим жить, будешь ты терзаться потом. А сошла благодать Духа что на меня, не сошла, Каноническая, священник на канонический. Ну, в любом случае, раз круг положили, то канонически. Вот, ну, сосуд ты какой? Да, конечно, можно и щербатого сосуда напиться воды, и внешне грязного, внутри-то все равно вода останется чистой, это благодать неповрежденной, но все равно вот эти терзания совести будут присутствовать. Так что лучше, повторюсь, не совершать канонических преступлений с первых шагов вступления в церковь, как бы там архиерей не благословлял. Вот. Ну, а с другой стороны, а вдруг вообще священство не твое? Вот панамаришь и пономарь. Вы любите друг друга и уже жизнь свою, не мыслите друг без друга. Ну, хорошо. Вот хочешь быть священником? Ну, как бы хочу. Скорее хочу, чем не хочу. Но все равно какого-то вот этого зуда нету. Быть священником. Вот этого призвания не чувствуешь, не слышишь. Ну, женись. Ну, создавайте семью. Просто помните, что ну, не лезь в семинарию для последующего рукоположения. Так что я вопрос сложный, но я думаю, мысль моя ясна. Храни нас Господь в чистоте, в целомудрии и в хранении верности друг другу и Господу Богу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.